Вот еще как бы видео я тебе одно покажу, чтобы ты понимал. Вот. Ярко выраженные кашаны, говорит, породы. Вот каша. Самец. Видно, что у него пояса есть. Но сразу вот видно, что вот это крайняя самочка. Молодой. Вот ярко выраженный самец. Сразу видно. Вот боже, пара его сам. Вот это молодая будет, скорее всего, самка. Вот самец сразу. У него пальца светлее. Вот самка. Сразу. То есть вот это вот взрослая самка видно. Вот она рядом с самцом. Видишь, тут сразу все видно. У него пояса почти нету. У него пояса ярко выражены. Вот ярко выраженные пояса самочка. Вот ярко выраженные пояса самочка. А вот молодые. Вот это будет самец. Еще не показывается, но вот у него почти светлые совсем. Это будет самец, скорее всего. Вот это будет, наверное, самка. Вот это ярко выраженные представители. Характерные представители породы касан, а не то, что не тех седаков, похожих на северокавказ, которых тебе пропихнули касанов. Из-за тех людей, которые так поступают, начинающим впаривая непонятно что, и получается не пойми что с породами. Вот самец красавчик вообще. Вот так вот.